100 лучших идей для развития экономики, социальной и технологической сфер, а также экологии представили на форуме «Сильные идеи для нового времени». Авторы проектов приехали в Москву со всей России. Всего на крауд-платформу поступило около 15 тысяч идей. Организовали форум агентства стратегических инициатив и Росконгресс. Из большого количества проектов выбрать наиболее перспективные было сложно. Поэтому помимо сотни победителей, народным голосованием определили еще топ-100. Эксперты тоже отметили интересные кейсы. Мы, как агентство стратегических инициатив, тоже отобрали еще свою сотню проектов идей, которые отвечают нашей стратегии развития. И мы эти проекты берем на реализацию, на сопровождение. С каждым лидером будет сформирован некий такой план мероприятий, план действий, что мы в течение года будем делать в рамках реализации этой идеи и проекта. Свою идею инвесторам и представителям власти презентовал Сергей Самойленко. Он вместе с женой прилетел с Камчатки. В следующем году планируют открыть на полуострове центр по пилотированию зеленых практик. Мы на Камчатке создаем такой образовательный научный центр, который должен не просто говорить на эти темы, а который должен стать, с одной стороны, выставочной площадкой, с другой стороны, экспериментальным полигоном, с третьей стороны, местом, где можно было бы и жителям Камчатки, и всем приезжающим показать, что это возможно на замкнутых циклах, на грамотно выверенных многоступенчатых системах жить по-новому, жить по-зеленому, жить так, чтобы через 50 лет мы, оглядываясь назад, поняли, что мы не навредили тому краю, в котором живем. Звучали и предложения по переходу на водородную энергетику, проекты в сфере образования и здравоохранения. Было очень важно с частью идеи поработать заранее. Если это идея, которая касается развития каждого конкретного региона, нет смысла поднимать в Москву, если ее можно сразу внедрить в своем регионе, в своем городе. Поэтому мы договорились с губернаторами. Губернаторы заранее провели обсуждение этих идей с лидерами этих идей. И в очень многих регионах эти идеи сразу пошли в работу и стали указаниями местным органам власти на их воплощение, на их реализацию. Безусловно, на форуме говорили и о пандемии, ее влиянии на экономику. Под удар у нас попали определенные сектора. Пассажирский транспорт, значительная часть малого и среднего предпринимательства, прежде всего те, кто связан с услугами для населения. И для нас вызов состоит в том, чтобы вот эту вот неопределенность, деформацию в ближайшее время, в течение следующего года преодолеть. Участники форума рассчитывают, предложенные идеи будут способствовать созданию новых рабочих мест, а в будущем и развитию экономики страны в целом.